Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 1987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, то бишь Нефрит. Ну и, конечно же, его прекрасная. Сегодня, ребят, мы продолжаем прохождение Кросса Хрона. Несси, но погромче звук сделай, тебя плохо слышно. Ребят, да, не забываем ставить Люба. Подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик, если смотрят наши новые видео. И вступаем в группу ВКонтакте наши 90 и ПК-59. Угу, ПК-59. Да, ПК-59 со следующей недели появится кое-что новое. Заходим, смотрим, вступаем. Да, это будет, так сказать... Сделаю такой спойлер, это будет флешка, USB-флешка, как жесткий диск. Как я прозвал это, карманный Windows. Ну, вот на следующей неделе я сделаю полноценное видео по этому, как это все работает. Вы можете посмотреть и ознакомиться, и, конечно же, уже приобрести. Пока это только для жителей Перми. Да, мы снова продолжаем. Да, мы погнали дальше. В прошлый раз мы познакомились с новым человеком. Да, с новым человеком. О, ох, вспомнил я этот лес, этих Чиполлино, вон этих бегающих. Давай хоть с одним Чиполлино. Оба-на, смотри, как он запрыгал. Махач, 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 махач. По-моему, Чиполлино сам больше рад махачу. Ага. А чё их два-то? О, смотри-ка, у него перышко ушло. Ему плохо уже. Во, мы сделаем наш первый коронный удар, который нам дали уже. Смотрите все, как это классно. Вот так вот. Что наш Серж теперь умеет? Ой, этот бьет Сержа. Ах ты, Буратино. Нет, ты Чиполлино. Она может что-то своровать. Давай посмотрим, что она своровать может. Таблетку украли. Ох ты. Он кастует. 30 хп сбил. Добей его. Да. Победа. Да. Победа, победа. Ну что, мы, кстати, подлечились. О, я умею менять. Круто. Нет, ее не подлечили. Так, надо взять элемент тогда. Подлечить нашу кит. О. Таблетку украла, а таблетку получила. Да. Кстати, видели вот это вот животное? Что это что? Потом узнаете. Сейчас попробую. Пока он мне не нужен. Стоит, качает. Так, там сундук, сука. Как мне до сундука-то добраться? Ой, смотрите, этот уже бежит ко мне прям. Блин, этот махач захотел. Они какие-то все злые, хотят махача. Ну, Чиполлино, странно. Ой, их три вообще. Вот это да. Сейчас будет более суровая битва. Ой, кто-то тоже бить меня бежит. Ага, промазал. Блин, еще один. Нам не втыкнул. Ну ладно. Мы вот этому треснем.
Так, скит, добей-ка этого. Так, с одного минусанули. Так, минус. Давай на этого кастуй. Они выжили. Ох, он еще прыгать умеет. Нет. Опять кит. Короче, кит опять бьет, избивает. Всю девку избили уже. Что, спрятал свой хохолок, да, уже? Один, да. Минус. И еще один минус. Победа? Угу. Одни семечки поднимаем, семи до семи. Да, так, надо нашу кит опять лечить, да? Конечно. Там какие-то твари, бежит. Да вообще. Он бежит, бежит, летит прямо в двое. Аэроблюдце я поднял. Так, надо, кстати, поменять элементы. На что мне эти таблетки? Ага, а если... Вот, тогда сюда вот это лучше. Огненные шары и так есть. Все. Смотри-ка, какой прыгнул-то, а? Ты иди сюда, попрыгун, блин. Какой довольный, когда махач прям. Махач, 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 махач. Тебя не слышно. Так, лучше? Ух ты, очень громко. Прям жужжит все и очень, очень страшно. Так, нормально? Ну-ка, ты говори, чтоб я слышал. Я говорю, нормально слышу? Громко. Да блин, ты громко, ты не громко. Да, потому что очень громко аж. Я добавил. Ну вот так пока хотя бы стоит. Ух ты, сука, уклонился. Минусанули. Где ты чё? Так, ладно, бежим туда пока. А вон и гитарас наш. Ну что, здесь не спрыгнуть никак? Я думал, может, какой-нибудь тут секретик есть. Вот мы и нашли басиста. Угу. Послушайте мою песню. Ох, моя дорогая сестренка. Черт, безнадежно. Куда ты сваливаешь, эй? Весло. Весло. Так,
Сейчас мы еще с этим помолокаемся. Плавал, плавал, солнце пришел. Мудохаться все-таки надо, потому что с этого я опыт поднимаю и всякие другие бонусы. Ну ладно, так. Будем мудохаться. Ох. Бьет еще гора. Да вообще оборзели. И еще один минус. Лечить не надо, все вроде бы еще более-менее в норме. Подъем. Что за подъем? Элемент какой-то. Вырезает и сбрасывает каменные блоки на врага. Ух ты, как хорошо-то. А, у меня уже есть подъем. У меня уже все есть такое. Черт, вы должны... Я не могу сдержать их один. Так, надо сейвиться. Ну кто как пинается? Мы решили его вообще завалить. Он гитары все хвалит. А мы-то что когда участвовать будем? О! Взрослые. Угу. Этому плохо стало одному. Угу. Ворачивается еще. Да у него сколько уворот-то? Так, минусанули. Нет, не так, элемент. Магма-бомба. На всех. Ну, они решили на нас напасть. Еще живой гаденыш. Ну, плохо уже. Да сколько же у тебя хп-то, а? На тебе электротолчок. Нормально так. Сейчас посмотрю. Куст громаден.
как он подействует. Да это как карусель в сталкере. Сершиш, друзья, получили новый уровень, короче, мы. И сваливает гаденыш. Что это? А, ты читаешь, да. Ой, это плохое растение. Не люблю я его. Оно бьет сильно. Чего? Ну, нам все равно придется с ним сражаться. Но я знаю способ, как с ним не сражаться. Хотел посмотреть, а что я крафтить не умею. А, нет. Я думал, крафтить умею. Ну, это понятно. Да, ничего я не приодеть еще. Это вы? Что это? Как вежливо, уродец. Мы тебе жизнь спасли. Ты мог нас хотя бы подблагодарить. Ты идешь в особняк Вайпера, не так ли? Возьми меня с собой. Да кто бы, кто ты такой, чтобы возьми? Черт возьми. Кажется, тебя видели в палатке в термине. Кажется, я тебя видела на плакате в термине. Ты что читаешь-то? Опять? Не вижу больше ничего. Все. И что у тебя за дела в особняке Вайпера? Я верю, что там находится моя сестра. Твоя сестра? В любом случае, я вам расскажу один секрет, если вы меня возьмете с собой. Конечно. Чума! Я бард Ники. Хотите песни? Нет. Ох, ладно. Ну так что же, за секрет ты хочешь нам поведать? Чтобы проникнуть в особняк Вайпера, нужно пройти через водяную расщелину. Дорогу перегородил монстр. Чтобы его сдвинуть с места, ему нужно скормить монстра из леса. Я знал точно, как заманить монстра в ловушку. Не знал. Не знал, да, в ловушку, но потом я нашел этот блокнот. В нем говорится, что монстра надо заманить любой едой. Любой едой? Видимо, речь идет о растениях из этого леса. Растения привлекают особый аромат, и тогда они выпускают пыльцу. Всего существует три типа монстров, каждый из которых любит разную еду. Я буду ждать в порте термины. Позовите меня в любое время. Ну вот и все. А теперь песня. Ладно, пойдемте. Ладно, пойдемте. А, да. Эй, подождите! А чего вы сундук не взяли? Сейчас возьмем. Ники, пусть так и будет, Ники, ну. Пока он дал. Ой, я ничего не то нажал. Да как согласиться-то? Бля, не то. Маленькая Энта должна быть И. Маленькая И. Он может быть крупный. Ну и как дальше? Блять.
Что дальше-то? Бля, меня уже бесит. Где Enter-то? Во! Как надо было. По дефолту. Так, по дефолту. Вот. Я в конце. Записку надо почитать. Это старый блокнот. Прочесть его. Чтобы разбудить монстра, преграждающего путь, используйте пахучий мешочек и проверяйте все растения. Некоторые растения будут привлекать запах. В лесу есть животные, которые едят пыльцу с таким растением. Используйте пыльцу, чтобы завлечь их к монстру, преграждающему путь. Когда вы его разбудите, вам останется лишь победить его. Но в любом случае, он победил меня. Я пишу эту записку для всех, кто хочет пройти. Среди груды костей есть одна, но не похожая на другую. Поднять ее. Злую лопатку. Точно! Мне всегда что-то не нравилось. Видимо, я злился на себя из-за отсутствия у меня таланта. Все, надо. Все надо мной смеялись и издевались, и я ненавидел себя. Я уверен, вам это неинтересно. Пойдемте дальше. Да не хочу я блокнот читать. Я сундук хочу. Сумка ароматов, вот. Так. Теперь нам надо. Чувака, это. Надо много перестанет собирать, да? Угу. Ну хоть шлем ему оденем. Сейчас ему элементы еще. О-хо-хо. Все. И его приодели. Экипировали. Теперь вот про которого я и говорил, красного. По-моему, розовый. Ну, розовый. Ладно. Вот это красивая штучка такая, которая качалась, стояла. Так. Какой цвет вылетел? Зеленый. Нет, зеленый нам не подходит. Нам нужно найти розовый мешочек. Во. Красненький. Главное, чтобы он от нас не отвязался. Не просрать его. Ой, Чиполлино бежит. А, сука, конечно, надо, махач. Ух, я вообще его вырубился, да? Ух ты, я какой крутой стал. У нас же было в лап. Ну да. А это все мажет. Да. Давай эту. Как она в сталкере-то называется-то? Карусель сказал. Угу. Вот карусель сделали. Уклонился, да? Ну мы сейчас супер финал сделаем. Колбасимся. Вот завелась гитара. Дудонсна. Гитара в голову. Победа?
Идите нахрен. Что у вас размножалось опять? Так они это. Рассада, блин. Все, этот клюнул. Да ты, блин. Мудак-то за нами не бежит. Красный мешочек исчез. Вот я говорю, потеряешь и все. Сейчас махач опять. Красный мешочек потеряли опять. Надо забирать. Ну сейчас идем. Че ты Сершева не добил-то, а? Конечно, тормазы. Добей уже его этим. Еще не добил. Что, они мощнее стали, что ли? Колбасимся. Сна. Так, все нормально. Это там еще уполз куда-то. Ладно, пошли опять за этим красным мешочком. Так, красный мешочек, давай, давай. Красный кружочек. Фарик. Фарик, да. А другие бы он просто эти штуки сожрал бы и все. И ничего не было бы. Все равно махач надо было бы вести с ним. А вот это вот красное сожрет и помрет. Бедная штуковина непонятная. No. Жалько мне ее. Но зато пройти без махача, потому что махач сейчас... Не готовы, да? Да, я еще не так готов. Могу, конечно, победить, но скорее всего будут потери. Сожрал. Нам нужно одолеть эту штуку, чтобы пройти дальше. Что? Да, штука уменьшилась. Я дам вот вам вот это, пожалуйста, простите меня. Обрамление, черепушка. Пока, до свидания. Теперь у нас вот есть новое оформление. Теперь вот в рамке у нас будет вот так выглядеть. Класс.
Да. Ну и, ребят, на сегодня это все. Мы прошли все-таки темный лес, одолели его. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить любом, подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик, пускать ваши новые, вступаем в группу ВКонтакте «Наши 90-е» и ПК-59. С нами интересные и полезные. Ну и всем пока-пока. Чао. Let's rock.